Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом – привилегия, помогать и спасать». Я вообще-то не собирался быть хирургом в самый неопределенный период. А вдруг у меня руки не с того места? Дороги назад уже нет, да? Важно дышать, осязать, чувствовать этот мир. Исторически лор-хирургия – это такая деликатная ответвление общей хирургии. Угу. Опухоли головы и шеи и хирургии головы и шеи тоже немножко разные вещи. А когда это соединилось? Это вообще отдельный разговор про систему обучения. Парню 22 года, у него вот такие шрамы на переносице и бровях. Ему в Подмосковье лечили полипозную синусит. Много примеров, где негативная атмосфера операционная, где контакта между анестезиологом и хирургом нет. Это все создает опасность для пациента. Это похоже на пытки. У врачей в 90-е очень интересная работа была. Мне это все очень казалось таким приключением в целом.